Я не представилась, извините. Газета «Труд», Катаева Нина. Александру Домогарову два вопроса, если можно. Скажите, пожалуйста, вы открыли что-то в Чехове, сыграв трилогию Кончаловского «Моссовета»? И на ваш, как вы считаете, чем она отличается от известных нам версий мхатовских? Это первый вопрос. И второй. Как случился в вашей жизни польский зигзаг? «Огнем и мечом» Ежи Гофман, «Свайды» фильм, и потом «Ответ» на польском. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну и третий есть вопрос. О личности Бурдонского, который в свое время поставил «Даму с камелиями», где вы сыграли молодого Дюваля. Можно я тогда уже с последнего начну? Александр Васильевич, ну, царство ему небесное, спасибо огромное, да, потому что, ну, спектакль уже шел, я вот уже вошел туда, и по тем временам это был спектакль, я был совсем молодой артист, и спасибо огромное, Александр Васильевич, потому что это такая, опять школа, спектакль. Шел, играл его Саша Балуев, главную роль, я был вторым составом. Это такое открытие, это начало такого творческого пути на театре. Что касается Чехова, вы знаете, в моей жизни, опять-таки, возвращаясь к театру Советской Армии, была пресс-конференция наша, кстати, Казахстан, в Алмате. В Алмате, когда мы приехали туда на гастроли, и тогда был главным режиссером Хефиц Леонид Ефимович. И нас повезли на местное радио, мы давали интервью, посвященное началу гастроли театра Советской Армии. И был Олег Иванович, я как молодой, и сейчас плохо помню, какие артисты. И вот Олег Ивановичу задали вопрос. Задали вопрос мне как раз по поводу «Дамы с камелиями». Вот вы сыграли, я что-то какую-то пургу начал нести по поводу того, что, ну, зрители разные бывают, понимаете. Иногда да, иногда нет. Он говорит, да. А вот Олег Иванович Борисов сказал, что вот он кроткую 10 лет играет и до сих пор ее не сыграл. Вот это я запомнил на всю жизнь. Невозможно, если спектакль удался, невозможно его оценивать, невозможно его сравнивать. Это живой организм. В нем играть-то не надо, в нем надо жить. А Кончаловский позволил эту ситуацию, позволил своим детальнейшим, тщательнейшим разбором пьесы, предоставив нам якобы свободу. Мы свободны в рисунке, мы очень свободны, но мы находимся в железобетонном коридоре, который построил режиссер. Это его видение. Мы играем три спектакля «Дядя Ваня», «Вишневый сад» и «Три сестры» в одной декорации, практически в одной декорации. У нас, ну, в «Дяде Ване» просто нет окон, а в «Трех сестрах» и в «Вишневом саде» появляются окна, двери. А в «Дяде Ване» их нет. И мне очень это нравится, эта вот позиция, что вот одна декорация, суть не меняется. Меняются люди, меняются отношения. Меняются картинки жизни. Но я до сих пор понять не могу, почему «Вишневый сад» комедия. Кончаловский придумал, что там рука, перо пишет на переменах декорации, рука Чехова пишет письма. Эти письма страшно читать. А это предсмертные письма, то есть вот там недалеко до этого часа, там недалеко. Вот, поэтому это очень для меня интересно, и мы все получаем дикое удовольствие, и много ездим, и, надеюсь, еще будем ездить сейчас, и разные страны, опять же, Япония у нас, гастрольный тур в Италию с чеховской трилогией, поэтому все как-то так складывается по поводу Чехова, тоже хорошо, да. Зигзаг польский. Ну, понимаете, все. Я не очень вас там. Это что-то узнаю новое. Зигзаг польский. Просто вот опять все. Почему так вот мы придумали? Улица Кедрова, дом 16, корпус 1, квартира 40. Я еще хотел телефон написать, который все помнили. 124, 48, 50. Ну, не буду договаривать последнюю цифру.
Вот просто по этому телефону раздался звонок, мне позвонил человек на ломаном, ну нет, на хорошем русском, но таком непонятном русском, сказал: «Здрасте, это Хоффман». Я подумал, что это Хоффман. Но это оказался не тот Хоффман. Ну что, приезжай, понюхаем друг друга. И я выехал в Польшу. Ну вот это понюхание у нас затянулось на почти 4 года моего пребывания в этой стране. Потому что сначала Панъежи с огнем, мечом, потом вторая картина польская с Магдой Лазаркевич, потом приглашение в театр Кракова «Богатейла Макбет» на польском языке, и после того, как мы выпустили спектакль, у нас было 60 спектаклей первый блок выходной понедельник, 60 спектаклей второй блок подряд каждый день, кроме понедельника. Это было ужасно. Тяжело, я имею в виду. Легионеров тогда были, наверное, Олег Меньшиков играл в Лондоне, Олег Иванович Янковский играл во Франции, а я, значит, находился, вот, ну, в смысле, там, с разбросом временным, но неважно. И Краков Макбет на польском языке, это отдельная ступица в колеснице, могу долго рассказывать, как это было. И мы уже там отыграли 10-15 спектаклей, вдруг по театру, значит, шепот, ну, Вайда, в зале, Вайда. Пришел пан Анджей Вайда. Ну, для них он бог. Пришел, ну, и Хоффман бог, но здесь пришел в театр бог. Естественно, понимаете, как артисты все стали играть. Здорово. Мне Вайда, хорошо. И через 3 дня надо бы поступило приглашение на фильм «Одна июньская ночь» от пана Анджея Вайда. Вот это вот такой польский зигзаг.